вот эти, Максим, незнакомые слова сейчас, которые у тебя в кружочке, ты их выписывай, все словарик, мы сейчас будем их переводить. Угу. Мама села проверить у Максима английский, ему прям помощь пока нужна, чтобы Максимка почувствовал, что есть контроль, и начал учить. Он у нас очень хорошо учится. Ну вот с английским пока сегодня Максим его пропустит. Но мы готовимся, занимаемся, перевод делаем. Доброе утро! Сегодня наше утро начинается с такой вот суеты. Всех детей уже отвели. Василиса сегодня идет в 9:50, у нее начинается занятие. У Максима в 10:50. У меня 9:40. 9:40? Да. Мне кажется, 9:50. Ну ладно, 9:40, так 9:40. Сейчас все разойдутся. Обычные дела домашние. Косички, уроки. Ну вот с Максимом английский надо сделать. Доченька, ставь на место. Сына, встань, я на свое место сяду. Будем переводить. Так, дальше. Это хороший. Лайкай, как переводится? Это лайк. Да, это лайк. Нравится. Лайк это нравится, да. Лайк. Пиши нравится. И прямо эти слова надо учить. Нравится. Swim. Слушай, как читается это слово. Переводится плавать. Swim. Swim. Пиши. Ты написал плавать, да? А ты уже написал, да? Хороший. Так, еще у тебя что осталось? У меня еще вот это. Мы знаем с тобой, Рэд. Угу. Как переводится? Это, да, читать. Читать, да, это читать. А это переписывай. Так. Это читать, правильно. Максим у нас теперь пропускает, я уже говорила, что пропускает по средам, пропускает английский, ходит только по понедельникам, поэтому мы усиленно занимаемся. И завтра в 8:45 Максим идет к репетитору, прямо перед школой, сходит к репетитору, сделает домашнее задание, отработает то, что Максим сегодня отработает в школе, чтобы в понедельник, мы с ним еще будем до понедельника все вот эти слова учить, да, новые тексты разбирать, учиться работать словариком. И чтобы в понедельник Максим приходил в школу готовый, чтобы учительница была уверена, что если ты пропускаешь, то на ручке смотри, пишешь. Так, ну давай. Как слово? Place. Пьесы. Place. Пьесы. Ага, здесь и идет. Place. Пьеса, да, пьеса. Угу. Пьеса с мягким знаком. Максим. I have, ручка. Я имею. Иметь. Пиши. И прям учить. Учить, учить. Будем прям разговаривать, стараться. Как раз хорошо, все дети учат. Сейчас у меня и Костя, и Снежана. Максим, они в принципе находятся почти в одной. У Максима, вот смотрю, если честно, немножечко сложновато идет английский, но мы постараемся нагнать. У Максима в прошлом году почти не было занятий, учительница сильно болела, то ее не было. Так, пока, доча, пока, моя хорошая. Вчера был написан такой комментарий, и я хочу на него сразу ответить. Я, если честно, думала про этот комментарий. Я вообще такой человек, что я много думаю очень. И вот написано. Комментарий написан в положительном ключе. Ничего обидного здесь нет, у меня ничего не расстроило. Но я хочу просто так точечки над «и», да, расставить. Говорится.
Занятия домашними делами, заданиями детей и кухней не совсем совместимы, хотя можно понять, как вы загружены и приходится одновременно заниматься разными делами. Но не обязательно это показывать. Мы обыкновенная семья. Вот если взять все ваши семьи, вот что происходит в ваших семьях за день? Также работа, варка, стирка. Ну, у кого семья не такая большая, они позволяют себе на 2 дня сварить, кушать. Варка, стирка, уборка. Также кто-то варит, дети прибегают, уроки делают. То есть что-то менять в видеороликах, наверное, нет смысла, тогда ролики будут больше постановочные. Мы показываем полностью нашу жизнь. Но так получается, иногда я готовлю, иногда я просто с детьми делаю уроки. Вот как сегодня с утра с Максимом, я полностью освободилась от всех дел для того, чтобы с Максимом хорошо подготовить английский язык. Но иногда я готовлю кушать, и дети приходят. Красиво это или некрасиво, но я пытаюсь уделить время детям всегда. И вырезать это, ну это нет смысла, это моя жизнь. Ну вот она такая. А что еще происходит сейчас? Вообще-то наша семья раньше, мы очень такие легкие на подъем, мы любим куда-то ездить, но страх ковида, нового заболевания, он настолько парализовал сейчас, и у нас в нашей местности начали болеть дети этим заболеванием. У нас болеют учителя в школе этим заболеванием. Поэтому настолько сейчас страшно где-то сильно ездить, что мы вот полностью находимся дома, как и все сейчас. И сейчас мы с мужем занимаемся обследованием детей. С Валерой в больнице лежит. Сейчас подготавливается Ульяна, проходит все анализы. Тоже будет ложиться в больницу. Сейчас Снежана болеет. Поэтому не очень уместно. Сейчас нам было бы куда-то ездить. Валера в больнице, а мы раскатываемся где-то. То есть мы понимаем, что у нас болеют дети, поэтому мы стараемся поддерживать. Сейчас всей семьей поддерживаем Валеру. Поэтому кулинарные влоги, наверное, тоже нет смысла. Я большую часть времени провожу на кухне, потому что я на самом деле не на камеру, а всегда готовлю очень разнообразную пищу. Это было всегда, это мой бич, это моя проблема, я всегда его говорю всем. Я не могу готовить на несколько дней, я не люблю кушать пищу несколько дней. Это было всегда так. Свёкор у меня всю жизнь. Дедушка, я часто буду тебя в этом... Сейчас в вопросе часто буду тебя говорить. Я знаю, что ты смотришь, ты меня извини. Ну, ты моя жизнь тоже. Мне вот свёкор часто говорит, если хочешь покушать что-то вкусненькое, иди к вам в гости. То есть я постоянно что-то готовлю. Это не на камеру, но это происходит, правда. Вот 2 часа до выезда меня вот заклинило. Мне надо приготовить торт. Ты что хочешь делать? Это я такой человек. Может быть, кому-то это не нравится, кого-то это раздражает, ну, а кому-то это нравится. Ну, а вот еще было. Поэтому что-то менять и наигранно делать какие-то постановки. Ну, дети приходят, вот она сейчас зашла и прижалась, и встала. Я ж не буду ей говорить, Снежана, иди отсюда. Или я ж не звала ее специально сюда, она даже не знала, что я сейчас буду записывать. Ладно, этот вопрос я объяснила. И второй такой, что я хотела бы затронуть. Не чмокайте так часто деток на камеру. Это делать нужно, но не на показ. Со стороны смотрится наигранно. Я совершенно с вами согласна, но это опять я. Дедушка, я опять буду здесь тебя трогать, потому что когда я пришла в вашу семью, когда я вот пришла в семью, когда меня Иван привел в семью, когда мы поженились, и первый заметил это свекор, что я росла в семье, когда приходил папа, мама, и вот мы бежали, все его целовали. Когда приходила мама, мы бежали, все его ее целовали. Когда они уходили, мы их целовали. По дому ходили по 100 раз, целовались. Я тоже так себя веду.
Даже брат мой родной, когда мы вдвоем жили, он уходил, я его целовала, он приходил, я его целовала. Дома лишний раз проходила, чмокну то в затылочек, то в щечку, то еще что-нибудь. И сейчас то же самое происходит в моей семье. Вот когда меня Иван привел в семью, мой свекор, он у меня очень хороший, я его очень люблю, но он терпеть это не мог. Он всегда говорил: «Пфу, сюси-пуси». Это я. И вот дома то, что мы вам показываем, поцелуи, мы вам показываем всего 10%. Как бы я при вас не целую старших сыновей особо. Допустим, вот вчера даже к Валере мы пришли, я вам не показала, как я его целовала. То есть, как мы уходили, прощались. Я не показываю, как я целую деток. То, что мы вам показываем поцелуи, они происходят непроизвольно. Я это делаю на камеру, я это делаю без камеры. И если я сейчас детям скажу, еще на камеру нельзя целоваться, то они меня просто не поймут. Маленькие дети, они, наверное, тогда скажут, зачем нам тогда нужна эта камера, мама, если мы даже не можем чувства выражать. Да, у нас так принято. Когда дети приходят, я порой даже... Вот я если откуда-то приехала, вот меня дома не было 10 минут. Меня порой саму это... Я вот захожу домой, меня не было 10 минут, меня не было 5 минут. Я захожу домой, все, кто были дома, все летят, кричат: «Мама, привет!» и начинают целоваться. То есть вот я сама всех приучила к этому, и сейчас это так происходит. Я детям говорю: «Дети, мы не виделись с вами 10 минут. Ну что вы все бежите, привет!» Но так у нас принято в семье. У нас вот такая шумная семья. Мы целуемся, мы раздаем друг другу добрые слова. Дети очень часто говорят: «Мама, я тебя люблю», «Папа, я тебя люблю». Я им очень часто это говорю. И без камеры, поверьте, это звучит очень много раз. Поэтому нет смысла это убирать. Я не буду над этим работать, я не буду это убирать, потому что это мы. И какие-то постановки строить. То есть, если вот даже мы что-то занимаемся, дети выходят, мы не просим их это делать. Да, порой вот недавно ролик был, раз, и девчонки две песни поют. Но они подбежали: «Мама, мы споем тебе песню». Ну, пойте. Они хотят. Они и так часто: «Мам, мы покажем там, сядем на шпагат, мы сделаем это». Где-то я их сдерживаю. Но в поцелуях мы не будем сдерживаться. Да, порой люди, не привыкшие это делать. Вот у меня муж, он был вообще не привыкший это делать. И он говорил, что он сам раньше смотрел, когда люди так делали. Говорит: «Я не понимал, как так можно это делать?» Но сейчас он сам это с радостью делает на протяжении 20 лет. Уже у нас скоро в феврале 20 лет совместной жизни будет. И в принципе уже даже мы не представляем. Вот я мы в машине едем, чтобы с машины выйти, я обязательно наклоняюсь к нему, он меня целует. Он куда-то выходит, он меня целует. Так же и дети. Но это наша семья. Воспринимайте нас такими, какими мы есть. Сейчас я посмотрю. Мы со Снежаной стараемся все домашние работы. Так, азбука. Все домашние работы выполнять, которые задают. Да, доча? Во! Вот надо прочитать, значит, реки. Какие реки есть, прочитать с ударением. А потом, кто кем работает. Ну, давай реки читай. Угу. Давай. Вот эту ручку на столик сразу, чтобы удобно было. Давай. Реки. На воду. Ну-ка, подожди. Какая на воду? Не вадон. Не вадон. Кама. Смотри, ударение ставится. Вот если палочка стоит, это ударение. Видать, без тебя прошли. Кама. Кама. Смотри. Нева. Ну-ка. Не вадон. Кама. Дне. А здесь нету палочки, просто читаешь. Где палочка только? Где черточка ударения? Вот здесь есть, видишь, двина. А здесь просто Днепр. Днепр. Двина. Это называется ударение, точно. Угу. Лена. Во. Амур. Во. Ока. Во. Реки. Нет, где ударение стоит? Реки. 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 По рекам плывут сюда. По рекам.
смотрит сюда. Над реками мосты. Точка. Без тебя проходили. Над реками мосты. Точка. Видишь, стоит. Надо остановиться. Как ты читаешь? Над реками мосты, по мостам идут... Нет, над реками мосты. По мостам идут поезда. Давай заново вот это вот. Угу. По рекам плывут сюда. Надо. А зачем два раза повторяешь? Нет. Надо. А зачем не надо? Веками. И вот этот рассказ надо прочитать. Как называется этот рассказ? Кто кем работает? Молодец, читай. Папа темы. Работает на заводе он. Мария, опять точку. Ну-ка, учимся. Да. Опять точка. Ты должна остановиться здесь. Папа Тима работает на заводе. Точка он. Точку мы не говорим. Вот так мы читаем. Смотри, как мама читает. Папа Тима работает на заводе. Он конструктор. Опять видишь, точка. Я бы, если бы точки не было, я бы читала вот так. Он конструктор, мама Димы, доктора. Когда запятая, останавливаемся. Точка говорит о том, что предложение закончилось. А запятая говорит о том, что мысль другая пойдет сейчас. Перечисление, значит, надо тоже остановиться. Давай, ну-ка, заново. Папа Димы работает на заводе. Он с рук торы. Конструктор. Мама, где мы, доктор. А папа, повар. Молодец. Брат, насыти музыкант. Да, и тут задание дается. Обсудите с другом, чем занимается конструктор. Доктор, повар. Чем занимается конструктор? Как ты думаешь? Конструктор чинит дома. Конструктор что-то конструирует, да? Что-то создает, да? То есть конструктор, он чертежи составляет, что-то планирует. Вот чтобы дом построить, он делает сначала план. Чем занимается? Теперь ты мне, я тебе рассказала, чем занимается конструктор, а ты мне расскажи, чем занимается доктор. Вот мама Димы доктор, чем она занимается? Моника. Чем занимается мама Димы? Мама Дима занимается... Доктор. Доктор. Доктор что делает? Доктор лечит всех. Молодец. Доктор всех лечит, в больнице работает, да? Да. А еще мне расскажи, чем занимается повар. Повар занимается, готовит варит супы. Ну вот у вас в столовой повара, да? Потом в столовой повар, в ресторане, в кафе повар, да? Профессия такая. Если говорят повар, значит все знают, что он варит, кушает. Ну вот так мы с тобой сегодня подготовились. Ты поняла про ударение? Ну-ка еще вот эту строчку первую прочитай про ударение, как надо читать. Невадонкама. Молодец. Днепродзена. Молодец. Лена. Амур. Да. Эти ударения ставят для того, чтобы человек знал, как правильно говорить слово. Могли бы сказать, да? Лена. А надо говорить Лена, поэтому ставят ударение, да?
Здорово, мы с тобой очень хорошо позанимались, да, сегодня? Отлично, почитали. Мы от программы не отстаем. Сейчас Снежана попишет еще. Есть настрой писать? Ну, давай, неси по математике прописи и по русскому. В полосочку и в клеточку прописи. И ручечку, а это уноси. А что мы там будем писать? А что вот Анюта проходит, букву прописывает, как обычно делаешь? А ты куда? Нет, я так. А, я думаю, под стол зачем? Можно, когда мы мы еще примеры порешаем. А давай неси тогда пропись по математике, мы будем примеры решать. Угу. Неси. Азбуку убирай сразу в портфель. Пока Снежана ходит. Пока Снежана кофе ходит, я кофе хоть допью. Детям покупали гранат, очень вкусный, прям очень-очень вкусный. Я даже не пробовала, первый раз его пробую. Я смотрю, Анютка его один съедает, второй. Вкусные, они такие небольшие были, семечки небольшие, но очень сладкие. Он сразу на рынке сказал, говорит, мои очень вкусные. Правда, но уже вот штучки 4 последних осталось. Я тоже решила попробовать.